Питер Фуд, день один. Мы продолжаем знакомиться с разными товарами и с разными гостями. Андрей, доброе утро, как настроение? Доброе утро, прекрасно. Вот все понятно, что принесли с собой, да? Это медовый напиток, прекрасный. Название необычное. Значит, это медовуха светлая, назвали мы ее «Поцелуй Фрея». У нас скандинавский бренд такой, реконструкция, история вот из этой стези. И мы делаем старинные натуральные напитки, натуральное образ жения из меда и полностью натуральных компонентов. Ну, в данном случае здесь просто мед и артезианская вода. Все. Слушайте, ну это очень здорово. Я так понимаю, что это один из ваших новых продуктов, который вы представляете на рынке, поэтому мы сегодня говорим о нем. Да, ну это в принципе как бы новая упаковочка, мы недавно ее сделали специально, то есть подарочный вариант для праздников, вот ну как на Новый год, ну и в целом она как бы вот очень хорошо вливается в современную движуху крафтовую, можно так сказать, вот напитков. Естественно, торговая марка Мьёльнир у нас назвали мы. Слушайте, ну это очень здорово. Как, с чем лучше всего употреблять медовуху? Сыры. Я рекомендую сыры. Мед, он сладкий, сыры какие-нибудь можно брать, они такие соленые, кисленькие какие-нибудь, очень прекрасно сочетается. Ну, тем более, когда сыр, его же иногда в мед макают в чистом виде, поэтому и медовуху с сыром тоже прекрасно. Слушайте, это здорово. Андрей, расскажите, какие планы ставите перед собой здесь на выставке Питер Фуд? То есть, что должно произойти, чтобы через два дня вы сказали, круто, все вот было эффективно для нас? Вы знаете, мы очень сильно ищем новых партнеров для ритейла, в сфере ритейла, не для ритейла, а вот среди ритейлеров. То есть мы работаем со Вкусвиллом, с Перекрестком, ну и с рядом других торговых сетей. Мы ищем активно новых, очень хотим продаваться по всей России. То есть если, например, мы найдем несколько торговых сетей, там, скажем, там тоже на 500 магазинов какие-нибудь, там, или хотя бы 100, да хоть 2, мы будем уже довольны, потому что это уже будет маленькая, но победа, это будет результат от выставки. Слушайте, это действительно очень здорово, я желаю вам хорошего бизнеса и пусть поцелуй Фреи, правильно, да, Фрей, правильно? Богиня любви. Пусть поцелуй богини любви найдет своего покупателя. Спасибо вам большое. Ну, собственно, это вам подарок. Спасибо. Спасибо. Спасибо.